Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Влад Бахов, водолаз, Роман Краснощеков, последние новости. Бахов, последние новости. Бахов, сегодня. Друзья, в сети в последнее время очень много обсуждают Влада Бахова, и меня это очень радует. Если бы не общественный резонанс, то я уверен, что данный вопрос уже спустили бы на тормозах, как и сотни подобных. Сегодня же я хочу вам напомнить, что в этом деле имеется как минимум еще один человек, чья судьба очень резко изменилась и изменилась не в лучшую сторону. А причиной тому является правда, сказанная им. Это водолаз Роман Краснощеков. Все вы помните, что после его резких заявлений, таких как, что им не давали ласты, говорили, что искать как бы не нужно, нужна видимость того, что они ищут, в его жизни начались серьезные проблемы. Сначала он заявил, что за ним следят, после чего в его доме была установлена растяжка. Но по счастливой случайности туда угодил не он, а его собака. После данного происшествия он, естественно, сообщил, куда следует. Но эти люди, вместо того, чтобы искать, кто это сделал, закрыли его и предъявили обвинение ему. Так вот, по прошествии времени выясняются следующие моменты. На дочь водолаза оказывается давление в институте, вследствие чего она вынуждена была покинуть его. Сам водолаз прошел проверку на полиграфе, вследствие чего полиграф подтвердил, что водолаз сам дома установил это устройство. Вся эта информация поступает не от семьи Романа. Они вообще ничего не комментируют, так как боятся. Это и понятно. Они прекрасно видят, что может пройти с человеком за правду. Данную информацию сообщили соседи. И то, они не захотели, чтобы их имена были названы. В прошлом видео про Влада я критиковал Шепелева за его передачу и непонятные результаты полиграфа. Они также всех шокировали, но там шоу. Хоть как-то это объяснить можно. Хотя я считаю, что в таком деле никакого шоу быть не должно. Тут же это нам объявляют официальные лица. За кого нас держат? Они что, правда хотят, чтобы мы поверили, что водолаз сам все это подстроил? Для чего? К водолазу никого не пускают. Понятно, что он там сейчас в очень плачевной ситуации. Сейчас с ним можно делать все, что угодно. Лично я считаю, что его, конечно, там по головке не гладят. И после всего этого он скажет и подпишет все, что угодно. Друзья, ну такого быть не должно. Куда мы катимся? Это средневековье какое-то. Никто на это не реагирует. Всем плевать, что с ним там происходит. Такого быть не должно. Телевидение вообще прекратило говорить на эту тему. Потому что они понимают, что им уже никто не верит. Что кроме раздражения у людей, больше никаких эмоций не вызывают. Говорят об этом 2-3 блогера максимум. Это неправильно. Делитесь этим видео с друзьями, об этом должны узнать как можно больше людей. Ставьте лайки, пишите комментарии, тем самым вы помогаете видео подняться в топ. Подписывайтесь на канал и помните, только вместе мы сила.